И всем привет, с вами снова я, Скайшип, и сегодня мы будем играть в Garry's Mod, но уже не на Daisy сервере, а на Dark RP сервере. Да, так, будем мы, значит, с вами играть, может, за полицейского не будем играть, за бандитов, тоже как нехти, пожарный медик, такси, поиграем за такси. А точнее не таксиста, а вот он. Здесь будет бандит, ну ладно. Просто возьмем полицию, чтобы типа на нас уже не катили. Что здесь какие бандит? Ладно. Значит. Что у нас здесь может быть тачка? Там такси прайс нужно. Давайте сейчас. Такси прайс. Я веду 55. Все. То есть вот ко мне будет садиться, там километр 55 и нормально. Значит, это сервер, я уже не помню, это Nex какой-то там. Значит, очень офигенный сервер, тут все хорошо реализовано. Да. А сейчас будем работать доставщиком еды, на самом деле. Да. Если не получится, то тогда будем сидеть на майнинге. Так, еще dog food. Хрень. Ладно. Сейчас у нас, по-моему, что-то должно быть. Ну, так, как я пишу. Что за улучшение от этих граней? Пардон, чё? Может, я раз понял, схватать за уступы, что? Улучшенные двери, фонарь. Ладно. Еды у нас, как обычно, нету, а потом придется ехать закупать. Едем закупать, чё? Так, кто там у нас есть? Торговец. Бармен, торговец. Мы не можем барменом или торговцем стать? Нет. Давайте. Так. Вот здесь вернусь. Сейчас вернусь. О, Франклин Клитон. Алло, алло, мне срочно это нужна еда, мне еда срочно нужна, где ты? Давайте я приеду. Не, я еду за вами. Я уже близко. Давай. Козлы, куда едете? Тупые, блядь. Ладно. Сайт мы сам царапаем этих данных еще. Так, ну мне как обычно коробку. Коробку, да. Да, коробку, пожалуй, знаете чего? Пожалуй, коробку. Чего? Давайте коробку хот-догов, если есть. Хорошо, будет стоять также 300. Я знаю, что он завышает цены. У них там 50 долларов завышает цены. Сейчас мы вот отъедем и отрезаем их себе. До свидания, спасибо. До свидания. Какой-то даун какой-то едет. Все время мне какие-то дауны врезаются. Управление плохо. Так, давайте просто сейчас по прямой поедем, чтобы там где-нибудь остановиться. Стой! Блин, я же не просил врезаться-то. Стой. Так, это можно так положить? Нет. Ну ладно. Не знаю, почему тут пакет у меня. В пакете ничего не осталось. Схалы найти 2 доллара.
выносим осик. То есть будет 8 кубов, да? Стой. Куда? Стой. Так. Сейчас мы поговорим, куда мы спавним. Пойдем продавать. Где палочка с 7 кубом? Это должен его выспавнить, да. Так, теперь пишем job не так fixed, а job. Криворукий. Доставщик. Теперь напишем в ответ, что работает доставка еды. Да. Я не знаю, почему у нас какой-то Джеки Чан. Да ладно. Он пишет off spam. Сам off spam. Ладно, сейчас мы тут припаркуемся. Так, только не капельки. Так. Алло. Откройте дверь, пожалуйста. Это доставка еды. Вам еда не нужна случайно? Воу, ребят, вы чё? Я же только про доставку еды. Вы чё? Ну ладно, какие-то они не прижимы. Ладно. Пойдем в другое место. Давайте поедем куда-нибудь. А если к оружейнику? Раз он в отпуске, он наверняка захочет хавать. Ну, по крайней мере, я так думаю. И где он? Ну, кушать где-то. Оружейник, ты где? Оставим его на покое, будем разъезжать по городу и спрашивать. Стойте, офицеры! Офицеры, стойте! Вы случайно не хотите перекусить? Я не ем, не хочу. Ладно. Что-то не удается, пока не удается никого пока ловить на хавку. Так бы мы могли... Хорошо, так заработать. Так. Ай, блин, ты что такой клонишься вправо, влево, вперед, назад? Так, что у нас тут? У нас тут что, пусто, что ли? Ладно. О! Так, давайте. Алло? Вам нужна еда? Я и еду уже. Так, ну, он в гангстерском таком райончике. Мы тут кружили. Вот.
Давайте быстренько прибежим. Альхан, Альхан, ты где? Альдихан. Альдихан, ты где? А вот. Альдихан, короче, у меня имеется 8 хот-догов, и я могу продать вам только пока 4. Сойдет? Не понял. 8 хот-догов. Сейчас посмотрю. Сейчас я отвечу на звонок. Алло. Алло, можно мне, пожалуйста? Сейчас, подождите. Так, 8 хот-догов, да? Так, сейчас я посчитаю. А, быстрее, 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 быстрее. Так, 30. 240. Приятного аппетита. Так, давайте сейчас его подвезем, чтобы она научила. Нет. Блин. Самый. Ладно, я скажу. Кто мне там звонил-то? Давайте позвоним, кто мне там звонил. По-моему, Мартин звонил. Алло, вы мне звонили? А, стойте, я сзади вас. Сзади вас я вам еду привез. Так, здравствуйте. Ну вот, у меня пока в наличии всего один хот-дог, но я потом закуплюсь еще, потому что я просто продавал. Давайте с этот 45. Вот, держите. 15. Так, нормально. А теперь надо позвонить еще одному бармену и заехать за его папкой. Алло, Франклин, мне опять нужна твоя еда. Да, давай, кидай метку, я еду. Все, давай. Ну вот так, в принципе, и можно заработать. Надо только попросить, чтобы он цену чуть-чуть снизил. Прям чуть-чуть. Мы так даже в плюс не уходим. Мы не в минус и не в плюс. Ну, конечно, мы чуть-чуть в плюс ушли, но ладно. Франклин Клинтон. Айщи. Привет, привет, дорогой суши. Арбузы есть? Арбузы, да. Слушай, это, давай 10. Можно мне как-нибудь чуть-чуть коробочку понизить? Это просто прям... Арбузы стоят 250 евро. Арбузы все? Так, вот 10 штук. 10 штук. Да, ну давай за 270. Сейчас мы уйдем в плюс. Все, спасибо. О, теперь мы и таксист, блин. Да, сэр. Я вас слушаю. Что вы хотите? К оружейнику, а к какому именно?
Да ладно, поехали, я знаю, где он. Сейчас мы чувака, короче, будем на бабло брать. Да блин, я случайно заехал, ща. Фак! Тут выхода нет. Ща, простите. Человеку. Это там глава банды Adidas. Я не накручиваю, блин, но я серьезно, Александр. Ой, блин. Так, я слепой сейчас. Я просто одновременно на карту смотрю и записываю, и пытаюсь еще скоординироваться. Ой, капец происходит. Так. Деньги у нас не накручиваются, кстати, почему-то. Кстати, причем я ничего не накрутил еще. Ну давай. Вот здесь, по-моему. Я здесь сейчас подожду. 105 заплатил все-таки, ух ты. Значит, накрутился. Так, давайте вот так вот встанем. Ой, нам придется с вами скоро заправляться. Давайте вылезем. Не тратимся. О, такси, что World Call Victoria. Такси владеет владелец. Ладно. Так, ну и продвигается у нас, кстати. Запись идет она. Так. Сегодня мы в роли опасного Джеки Чана, который доставляет хот-доги, арбузы и прочее. Здравствуйте, сэр. Если этот офицер полиции, ну чем спер, я бы на него согрелся. Просто пошел долбить его туда. Да. Куда теперь едем? Макдель. А, все, понял. Так, а киньте местоположение. Это вперед ехать, что ли? Или куда? Все, понял. Вот, сейчас поедем. Сейчас я отвечу. Алло. Еду? А сейчас я молодого человека довезу, потом к вам приеду. Поставьте мне пока метку, я прибуду в скором времени. Вот так у нас и идут хорошие дела, ребят. Обожаю этот сервер. Так, к какому дому вас именно подвести? Да вы богатый человек. Здесь? Алло. Привет. Нормально. Тоже нормально. Ой, мне позвонили, мы ушли в плюс, кстати, ребят. Я продал тут одну коробочку. Так, все. А вот я тут копу продал коробочку за 300, которую мы за 270 покупали. Ой, ну конечно не намного, но мы уходим в плюс. Вот это рад. Сейчас еще чувака подвезем. Садитесь. Куда едем? Тут смерть идет. Оружие или чему? Покатаемся, ну давай, покатаемся. На заправочку надо мне сейчас будет заехать. Ну, пока можешь написать о себе, я думаю, будет зрителям интересно, кто ты вообще такой, почему я тебя подвожу. Ну, вообще просто. Почему часто вызываешь? А в смысле, а самому, типа, заправиться нельзя, да?
Сейчас посмотрим. Мы должны. Ну, пока так дела хорошо идут. Так, давай разберемся, что у нас здесь. Блин, серьезно, надо тогда тачку пойти поменять. Так, где у нас тут тачки? Тачки у нас там. Сейчас. У нас мы так небольшим способом только накручиваем. Небольшим. Ну, это можно, потому что мы тратим свои силы, время. Деньги мы не тратим. Так, ну все, можешь выйти. Она, по-моему, не чинится. Да, не чинится. Сейчас я возьму другую. Давайте вызовем. Вот она, моя красавица. Нет. Так. Сейчас я тебя пущу. Так, ну, покатушки бесплатные будут, поэтому... Сейчас я даже не знаю, что делать. Надо к торговцу заехать, пожалуйста. Ё-моё, проб ходячий. Собьём проб. Ну, я имею в виду к бармену за хавочкой. Я же еще доставщик еды. Да, и сам-то я поездил. Так, ну я уже помню, пьем. Так, что-то я никуда пойду, да. Надо вообще по-хорошему ему позвонить сейчас. То я как-то ступанул. Так, давайте позвоним ему. Так, позвонить. Франклин Клинтон у нас. Клинтон. Алло, я, короче, опять за едой к тебе еду. Ты ведь не против? Да, я еду. Да я знаю, где ты, я рядом. Так, ну мне арбузов, как обычно, да? Давай. Все, так, я забрал, да, я забрал, все, спасибо. Садись. Вот так и живем, кстати. Вот думаю, может быть, не знаю, в гости к тебе зайти, может, чайку попить, там, не знаю, буханем маленько. Я, правда, не знаю, он нас может ограбить, ребят, потому что я вам потом засниму специальный выпуск, как можно грабить людей вообще просто имбище только наружу. Что, к бармену? Ну ладно, тогда к бармену. Ты только что у него просто был? Я ж кому-то там еще еды обещал доставить походе. А, понял. Давай. Давай, я тебя тут подожду. Позвонить. Возьмем. Мартин, вы у меня, по-моему, заказывали еду, да? Вы у меня еду, по-моему, заказывали, да? А, нет? Ну ладно, значит, показалось. Показалось. Так, сейчас у меня пустая. Так. Так. Райс. Пикай попрошу. Чё за хрень? Что? Бересмот, пустянский бельмень. Да, понятно. Гордо нужен медик. Естественно, городу нужен медик. Стань медиком, чё ты. Дайте я пока вам покажу, что здесь, как здесь. О, здравствуйте. Вот это раз-два-два-восемь. Какой-то сервер. Так, сколько там? Нет, нет, окно не вылезай, нет. Пожалуйста, нет. Ты должен быть без сервера. Фак! Какой? А, рок. Тихо, запнулся. Что? Сервер рестартнули? Ясно. Так, ну...
Ой, привет, серверы стартом. Ладно, ребят, на этом, думаю, можно закончить. Вот такой был геймплей за таксиста-доставщика еды, где мы просто срывали бешеные бабки. Все, давайте, ребят, всем удачи, всем пока, ставьте лайки.